основной регулятор называется, а это запасной. Запасной регулятор называется октопус. По названию, наверное, слышали, да, это октопус. По-английски, что это? Осьминог, молодцы. Значит, дышать каким образом? То есть вот эта большая часть находится внизу. И аполлонгист берет зубами здесь, губами обхватывает снаружи и делает, ничего нажимать не надо, то есть он делает просто вдох и выдох в этот же регулятор. Вот так это происходит. То есть кто потом хочет подышать, можете попробовать и после себя.